Всем привет, меня зовут Лина, и это Wildfire, Дикая Сила, Академия Джедаев, это Тессика. Здрасте. Здрасте. Ты отлично поработала, Тессика. Тессика, хватит, да. Хватит поясничать. Может, пойдешь и сам попробуешь помахать мечом? Ничто не заменит хорошего бластера и друга Вухи. Откуда у вас столько боевых дроидов Торговой Федерации? Их же нигде не производят. Остались старые запасы со складов генезианского резерва. Те дроиды, которые не воевали. Во время начала войны клонов на Геонозисе генерал сепаратистов эрцгерцог Погаль погиб, не успев ввести в бой свои основные силы. Армия клонов напала на них внезапно. Сепаратисты не ожидали такого количества бойцов у Старой Республики на Геонозисе. Тогда еще была большая заварушка с джедаями. Да, славные были деньки. А потом появился император, и клоны предали нас. Так что там за генезианский резерв? Я уже слышала эту легенду. Легенда гласит, что где-то есть секретные склады генезианского резерва, на которых хранится целая дивизия неактивированных дроидов. Склады есть. И там действительно хранится 14-я механизированная дивизия со всем барахлом. Но где они находятся, я не знаю. Нам привозил дроидов старый жестянщик Лог Эстру. Он перепрошивал им мозги, и они работали как надо. А где нам его найти, этого жестянщика Лог Эстру? Тоже не знаю. Хотя я подозреваю, что жестянщик поставлял дроидов не только нам, но и клану Хаттов. Но на Геонозисе никто никогда не находил забытых складов. 14-я механизированная дивизия состояла из дроидов интергалактического банковского клана и частично Торговой Федерации. Их склады были размещены не только на Геонозисе. Хочешь опробовать свою новую силу в небольшом дельце? О, бродяге Соло понадобилась моя помощь? Не мне. Я тут кое о чем поговорил со старым другом. Кайл Каптарн еще тот пройдоха. Знаю его с Академии Пилотов на Кариде. Чубак уже вторую неделю занимается ремонтом тысячелетнего сокола. А Кайлу нужно срочно сопроводить грузовой поезд в Хронетте. На поезде важный груз, скажем так, для неких очень нуждающихся людей. Что за спешка, Хан? Что за груз? Кто заказчик? Ты же понимаешь, я сейчас не могу сильно рисковать, поэтому... Ладно, скажу. Груз – оружие, заказчики – повстанцы, а помешать им могут имперская контрразведка или наемники клана Хаттов. Поэтому решай. Будешь ты помогать или нет? Повстанцы тебе хорошо заплатят? Или ты просто решил улучшить свою психологическую карму? Во-первых, мы обязаны твоим обучением тренеру джедаев. Во-вторых, деньги еще никто не отменял. А в-третьих, карму надо улучшать. Это факт. Что, все надеешься встретить и охмурить какую-нибудь прекрасную принцессу? Да он уже. Он уже. Хан попросил помочь сопроводить грузовой поезд. Повстанцев с оружием. А вы с Соло просто друзья или... Меня что, никто не слышит? Нас захватили, кто-то пытается угнать поезд. Похоже, мафия решила захватить поезд. Тебе поезд, а я позабочусь о корабле. Да я уж поняла. Отправляйся сначала состава, защищаю каждый возможность. Осторожней с прыжками. А где второй меч? Где мой второй меч? Алло! Бу-бу-би-буп, где мой второй меч? Я не поняла. Почему у меня один меч? Во! Так бы сразу. Ушёл отсюда. Я тут игру, блин, в основную прошла, а ты мне тут... И ты иди отсюда. Стреляют они мне здесь, видите ли. А как это вырубить? Здрасте.
Ну, примерно вот так, да. Самое главное, не забывать сохраняться, а то я сейчас преисполнюсь уверенности в себе и зафакавлю, как обычно. Тогда, когда я сосредоточена и не думаю о том, какая я крутая, восхитительная, просто очень ловкая, очень отличная, у меня все получается, стоит мне отвлечься на эти мысли, понеслась. А тут, я так понимаю, в целом будет, да, повторять частично. Здрасте, кто меня бьет. Частично будет повторять. Улетай! В смысле не улетай? У меня прокачки нету, в отличие от оригинальной игры. И сил меньше. Вау! А что это мы тут делаем? Видимо, лежим. Ладно, лежи дальше. Нет, а что? Хочешь лежать, лежи. Твое право. У него, в общем, начальные навыки джедайские. Не такие. И где? Привет. И где? Пока. Уху! Уху! Полетай. А чё ты не улетел? Силы толчка, видимо, не хватает. Она может только их подавить. Ну, и так тоже можно, в принципе, подавливать, да. Никогда не пытайтесь остановить женщину, которая бежит с обнаженными световыми мечами в руках. Это изначально вообще обречено на провал. А, я вас поняла. Не поняла. А как? А что, где? А куда? Так. Ага. Так, подожди. Мне, походу, там надо было забраться как-то, да? Ну да, выглядит так, как будто мне надо было забраться. Иди отсюда. О! О, пацаны! Как дела? А-а-а! Куда ты без меня? Я, если что, уже все забыла. О, да ладно. Привет, пацаны. Скучали по мне, да? Думали, все, она прошла игру и больше не будет. Проходить. Мы свободны, мы можем отдыхать. Ах, как бы не так. А в какую сторону мне надо? Вопрос важный. Ну, не в эту, наверное, да? Выглядит как в эту. А-а-а.
Понятно. Ну, у вас тут бомба. Обеду есть, могу себе объяснить. Рискуй напрасно. А чё бомба-то не взорвалась? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас убьют меня, сейчас убьют меня. Слышь ты? Короче, у них тут бомба, у них тут все, у них тут то, у них тут пятое, у них тут десятое. Кого? А, интересно. Нет, меня автоматически бьет. А, мне надо ее отключить, ну логично. Готово, парни. Миссия выполнена. Отличный вообще вариант намекнуть игроку, что что-то тут не так. Ты это, иди давай, мужчина. Случайно, я поскользнулась. Who is it? Я. А, мне нужно попасть срочно в головной вагон и его остановить. Ну, Кайл, знаешь, тебе повезло, что ты мне нравишься. Потому что иначе я бы тебя снова начала как глупышка Джейден обвинять во всех непотребствах по типу того, что ты халявишь маленечко и нифига не работаешь. Короче, надо два толчка, чтобы что-то было. Остановить поезд. Неплохо поработала, Тесси. Я разобрался с остальными кораблями, поэтому больше проблем нет. Чего? Заняться поставкой, короче, Вот он, Датамир и его живописные скалы. Где-то тут живут датамирские ведьмы, самые опасные дамочки в обозримой галактике. А какие дамочки, я тебе скажу, там живут на Датамире? Ой! У меня есть The Fallen Order. Ничего не вижу в этой песчаной буре. Хорошо, что караван сам найдет путь вслед за мной. Однако мне надо пробраться к живодерам. Нужно быть внимательнее. Мало ли кто тут водится, кроме диких ранкоров. Тут могут еще водиться всякие противные имперцы. Да, противные имперцы водятся. Ох уж эти перцы-имперцы! Все бегут, и я бегу. Это же имперские каратели, пустынный спецназ. Неужели их послали за мной? Что, не знаю, может быть. Ребят, привет. Не хотела бы я быть на вашем месте. Я оказалась на их месте, да. Понятно. Моя задача в целом бежать.
Что? Это же имперские каратели, пустынный спецназ. Неужели их послали за мной? Ну, Тесси, не знаю. Ты вроде как не Джейден. Никому не наступала на... Что? В смысле? А, на среднюю кнопку мыши, короче, она отключает один из световых мечей. Я это только что обнаружила. Я живу. Я живу, и это здорово. Жизнь прекрасна, восхитительна, чудесна, особенно когда ты живая. Ёлки-палки, вот это салют. Вот это вы меня встречаете. А караван там что делает? Куда мне идти? Офигеть. Вот это праздничный салют, действительно. Ну чё? Пацаны. А, мне, может, надо было свуп-байк сейчас подрезать. Пойдем подрежем свуп-байк. Да, а что ж ты делать-то будешь? А как? Они слишком сильны. Они слишком быстры. Вот тут вот начинается, прилетает, респаунится господа на свуп-байках. Начинает меня херачить. И тут меня начинает, в меня начинает шмалять. Ну что, надо в ту сторону вообще. Они меня просто сбивают. А это значит что? Это надо не скорость надо, это надо толчок. Ой, как я сейчас не вовремя вообще сделала. Не. Что-то надо с ними делать такое интересное. Даже не знаю. Б. Что-то надо выдумать такое. Вон они бегут. Где? Да, я почти убежала от них. Они, короче... Что ж вы за гопстоперы-то такие? Мне выдайте свой байк. А то нечестно как-то получается. Я по факту с двумя световыми мечами против вас.
Тихо. Верчу, верчу, запутать тебя хочу. А, давай, поехали! А ударь ты их, по-первых. Давай, давай! Ура! Ура! Я что-то сделала. Я сейчас... Здрасте! Тавиан! Ой, подружка, ты из какого клана? Чё? Мне без разницы, кто ты и откуда. Иди, куда шла, подружка. Я из клана «Ночные сёстры». А я просто прохожу мимо. У меня деловая поездка. Мне придется с тобой сразиться. Никто не должен знать о том, что ночные сестры подобрались так близко к клану Красных Холмов. Мадам, а не пошли бы вы? Ты настаиваешь? Мадам, а не пошли бы вы далеко и надолго, пожалуйста? Какой сразиться, мадам? Какие ночные сестры? Ты о чем вообще? Бегайся! Что ты? Чё ты пинаешься? Это не по-спортивному, между прочим. Неужели джедай побежит? Да знаешь... Как-то... Где мой второй световой меч, я спрашиваю? Женщина! В смысле ты забрала мой световой меч? Где мой еще один световой меч? Объясни мне. Сколько агрессии было в этой подружке? Подружке. Они что, тут все с ума посходили? Что за планета? Неудивительно, что Датамир — это родина ранкоров. Однако имперские каратели, похоже, вновь воспряли духом. Придется их остудить. О, какая ты суровая! Как ты собираешься их остужать? Где пиу-пиу? Подожди ты меня, пиу-пиу. Не до тебя сейчас. Где? Кто? Кто сделал это непотребство? Вот только что. А, куда мне бежать? Ух! Опять фейерверки, а? Где моя свобайка? Куда мне бежать? Ну это я снова сюда прибежала, это мне не сюда. Так, ладно, это... Это было опрометчиво. Но чувак прибежал оттуда. Что, по идее, мне надо туда? Thank you.
Не знаю, как вы, а мне хочется побыстрее отсюда слинять. Пацаны что-то вообще мне не рады. Я надеюсь, больше слубайков тут не будет. Я далеко буду бежать вообще? Я, конечно, ни на что не намекаю. Или тебе надо всех победить? Потому что если тебе надо всех победить... Ну, вот это как бы подстава, женщина. Какой всех победить? О чем ты? Что это за проход такой? Просто, видимо, да, проход? Просто проход. Там караван, мне кажется, уже все. Даже забыл о том, что он куда-то шел. Тем временем я, походу, прибежала оттуда, туда, откуда я вообще начинала. Она останавливается для того, чтобы ударить, это фигово. Не, ну если бежать, в принципе, по левой стороне, обязательно попадешь. Это забавно, но штурмовики даже тут не попадают. Ну прям с фейерверками, ребят, прям с фейерверками, спасибо. Ладно бы у меня еще карта была какая-нибудь. А, о! Я нашла край карты, кстати. Я нашла край карты. Вы понимали. Серьезно, вон, смотрите, я бегу вперед. И она просто не бежит назад. Ау! Это было больно. Нет. Ну вот я вот этих вот чуваков, наверное, все-таки не могу победить. Хотя... Что это такое? Пиксель? Ну, с бластером-то против вот этих вот штук такой себе, наверное, да? Нет. Он вообще не хочет ничего. А! Да ладно! Могём! Живем, господа! Короче, походу, чекайте. Походу, реально, надо всех перебить. Ничего необычного, просто мне сказали всех перебить, да. Они тут фейерверки пускают, а я буду всех убивать. К чему будьте готовы? Прикинь, у меня тоже ракета есть. Была. Я попадаю даже чаще, чем штурмовики. Сейчас мне будет весело. Так, это было близко. Что, реально мне надо всех перебить здесь? Ай, жопа за что подгорел? Подпалил. Ну, поехали, что дальше?
похоже. Пробегаемся, получается. Мочим тех, что по краям. Бля, там что-то вообще сияет, сверкает. Я-то просто думала, что по логике из игры я не могу никого вот из этих двуногих убить. Ноль вопросов. Действительно. Верчу, запутать тебя хочу. Ай, больно. Тихо, 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 побежали отсюда. Нам надо спрятаться, отрегениться. Ай. Не, ну постепенно их становится, конечно, все меньше. Прям ощутимо, все меньше и меньше. Поэтому в целом, мне кажется, действительно, миссия выполнима. Кто в меня стреляет? Не надо в меня стрелять. Хочу. Мне просто надо избегать ракет. Мне просто надо избегать ракет и шмалять из больших штук по большой штуке. Вот и все. Я просто думала, что они бесконечные, они не бесконечные. В целом не особо полезные. Иди сюда. Твои ракеты мне нужны. Отлично, остался последний, по-моему, да? Иди сюда. Иди сюда, махаться будем, двуногие. А, нет, там еще кто-то, походу. Так, не долетает, надо поближе. Это было близко. Где еще кто? Вон там, туда надо. Серьезно, Тесси одна расшатала сейчас кучу имперцев? Ну вот, действительно, ребят, подумайте. Тут была целая куча имперцев, она просто их взяла и ушатала.
Короче, там, походу, где-то один захудалый кто-то остался. Вон там бьется, да. Но она реально, она взяла и просто всех ушатала. Это вообще что это такое бегает у меня на экране? Ты кто? Что это за оружие массового изничтожения? А, нет, там еще один двуногий лежит. Что мне, походу, надо было не бегать, а реально махаться со всеми. Ой, пи-бил, бу-бу. А вот эти вот чуваки, которые с тяжелыми гранатометами, они были мне созданы, видимо, для того, чтобы я отрегенилась. Фейерверк устроили мне здесь ребята. Ай, неприятно. Это было сейчас неприятно. Я далеко вообще сохранилась? Ну, почти, ладно. Это интересно. В принципе, реально интересно. То есть оно такое драйвовое. Вместе с тем тебе нужно еще догадаться, что тебе нужно там сначала сбежать, а потом всех убить. Потому что я первоначально просто, мне кажется, добегала до места, где что-то срабатывало, и облегченно выдыхала. Я просто хотела толчок попробовать вот здесь вот, между... Да что ж ты делать? Я ж только отрегинилась. Чё вы бьете? Не бейте меня. Сейчас, подожди. Я твоих друганов побью, а потом к тебе подойду. Нормально все будет. Самое прекрасное, что у Тесс нету молний. То есть она получается априори как бы добрая максимально. Ох, мне в лицо ракеты при... Ох, в жопу прилетело. Ох, сейчас отсюда прилетит! Ты мне не пуляй давай туда-сюда. Так, мне надо... Вот это вот теперь решать. Ощущение, как будто одна граната из правильного оружия в лицо работает куда лучше, чем все остальное. Ну, это, конечно, уникальная просто ситуация. Действительно, она получается. Я только левое крыло все зачистила, вы представляете? А есть еще правое. С хабом вон там, вот где я сражалась с сестрой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убьют меня сейчас. Максимально отвратная ситуация.
Отступаем, отступаем. Пригенимся. Музыка опять как из Диснея, короче. Да, блин, что ж ты делать-то будешь-то? Нет. Где мой световой меч? Да. Спасибо. Лицо я получила, больше не хочу. Хо-хо-хо-хо! Бля, какой ты умный! Слышь ты, гранатометчик, он слишком умён для этой игры. Он догадался, что надо обойти меня, чтобы попасть, а не просто надо бить в сторону меня. Не совсем по прямой надо бежать чуть в сторону. Ёлки-палки, как вас много. Мальчики, мальчики. Это ведь все на меня одну, да? Этот аж присел. Спасибо, что предложение не делал. Руки и сердце. Но по ощущениям, возможно, это последний все-таки, я надеюсь. Поэтому надо его братанов все-таки завалить. О, кстати. Ай. Нет, не это, кстати. А чё ты не убиваешься? О! Так, нет, мне надо... Ау! Там мне... О! Достало! Наконец-то! Так, тихо! Нет! Убери! Ускорение. Итак, господа, я надеюсь, что мне осталось разобраться только с вами. И мы полюбовно разойдемся. Вы спать, я отдыхать. Да, стоит, ноги на ширине плеч, весь из себя такой крутой. А ты чё пригорюнился? Вы чё все пригорюнились? Типа все, да? Братан большой закончился. Смысла нету в жизни. Хотя, мне кажется, наверное, можно было бы и перестрелять их из вон той вот штуки. Но я не ищу легких путей, как вы знаете. Я нашла максимально сложный. Просто она в одиночку толпень перебила. Что это за машина для убийств? В одиночку. Я посмотрю, что там. Там ранкоры. Давайте мы на сегодня закончим.
если чё, ну, чё, если чё, в следующий раз продолжим. Игрушка прям реально приносит позитивные эмоции, это здорово. Вот, несмотря на то, что там какие-то миссии прям реально повторяются, они вписываются в канву повествования, то есть тут... Там груз разбился, надо разбираться, там Кайву надо Катарну помочь. Вот это вот, например, миссии там, где ты тренируешься, по-моему, ее не было в Академии джедаев, которую я проходила, по крайней мере. Вот этого, по-моему, тоже не было. Того, что проходила. Может, из игры про Кайва Катарна есть, но вот я не проходила игры с Кайлом Катарном. Можете написать, было там такое или не было, или это вот действительно мододел человек. Я не смотрела. Я взяла себе пак игр по Звездным Войнам, и это, по-моему, все-таки мод. Мод-игра или полноценная игра. Напишите, что это, как это, где это. Я знаю, я уверена, вы знаете это лучше, чем меня. Это будет также полезно тем, кто даже, как и я, не знает, чё, кого, где и как. На сегодня мы закончили. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку, видео, лайки и комментарии. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. У нас есть ВКонтакте, Телеграм, Дискорд, все ссылочки в описании. Всем хорошего трайда, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующем. Берегите себя и пока.